Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ превысил 67%. Завод готовится к сдаче в эксплуатацию первых двух технологических линий. Их запуск планируется на следующий год. Что сейчас происходит на стройке мирового масштаба, расскажет Виктория Сытенко. Ровно 5 лет прошло с момента торжественного погружения первой сваи. И вот уже 2/3 работ по возведению Амурского ГПЗ позади. К лету следующего года в эксплуатацию ведут первые 2 из 6 технологических линий. Оборудование на них полностью готово к началу пусконаладочных работ. Специалисты завершают теплоизоляцию трубопроводов и прокладку кабелей на установках газоразделения. Идет благоустройство прилегающей территории. По первой и второй нитке активно развернуты работы по предпусконаладочным работам и подготовке к запуску электротехнического оборудования. В начале ноября планируется раздача электронапряжения на площадке по постоянной схеме. Пуск газа, основной пуск газа запланирован на конец, начала следующего года. Мы идем в графике. Товарной продукцией Амурского ГПЗ будет очищенный метан и ценные фракции, выделенные из природного газа месторождений Восточной Сибири. Это этан, пропан, бутан, пентангексановая фракция и гели. Основная часть полученных полезных компонентов будет поставляться в качестве сырья на Амурский газохимический комплекс для дальнейшей глубокой переработки, производства полиэтилена и полипропилена. По 3-4 технологической линии полностью завершен монтаж крупногабаритного технологического оборудования. Все технологическое оборудование, предусмотренное проектом, смонтировано на фундаменты. Все оборудование, планируемое в доставку навигации 2020 года, также успешно доставлено на объект. На последних 5-й и 6-й технологических линиях заканчиваются фундаментные работы. Строители уже приступили к установке оборудования. В парке хранения продукции также идет подготовка первых емкостей к началу эксплуатации. Выполнена термообработка 2 шаровых резервуаров. Впереди гидроиспытания. Продолжилось строительство депо для аварийно-спасательных, пожарных и газоспасательных формирований, а также отделочные работы внутри центральной операторной ГПЗ. Закончить строительство предприятия мирового масштаба должны в 2024 году. А к началу 2025-го Амурский ГПЗ уже выйдет на проектную мощность. Начнет перерабатывать 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Виктория Сытенко, Вести, Амурская область. Ежегодная акция «Тотальный диктант» стартует.